называем «Звездные земли». Так, у нас это уже, по-моему, 31-го. А? Много на мере 31-го. Нет, 31-го. Так, продолжаем. Мы на прошлом занятии закончили Дею. Да? Дея. Да, следующая земля Перуна. Черточка обозначает кольцо земли Перуна. То есть помимо четырех лун, мы их записывали, помните, да? Мара и остальные. Ну или как сейчас говорят, Ио, Европа, Галисия. Так вот, наши предки еще говорили, что там кольцо. Хотя буквально недавно приносили газетку, американские эти летают, ну, спутники-то эти исследовательские, действительно обнаружили, что у Юпитера есть кольцо, но не такое, как у Сатурна, то есть с нашей стороны как бы не видится, но разряженное, но есть. То есть, видите, поэтому лишний раз подтверждает, кому верить. Тем, кто старше, а старше наших предков на этой земле никого не будет. Так, пишем. Что дает человеку земля Перуна? Упорство, мужественность. Мужественность, стремление к совершенству. К совершенствованию. Совершенствование. Запятая. Защите обездоленных. Высокую духовность. Связано с душой и духом, все большое. Стремление к наведению справедливости и порядка. Нетерпимость к кривде. Это в скобочках помечешь, как фальшь и ложь. Кривде и неправде, а в скобочках у вас будет фальши и лжи. Кривде и неправде, в соответствии с чертогом, в котором находится... В соответствии с чертогом, в котором находится земля Перуна. Точка. Наибольшая активность. Наибольшая активность проявляется
находится в чертоге орла. То есть в своем родном. Наибольшая активность наблюдается, когда Перун находится в чертоге орла. Это очень часто приводит к разрешению споров силовым методом. Именно когда в армии находится, да? То есть если человек родился, когда Перун находился в чертоге орла, то есть он очень часто решает все споры, вопросы силовым методом. Или дату, если с этим связано, да? Или дату, если с этим связано. Ну, если, да, или дату какую-то мы рассматриваем. Человек рожденный. Под сиянием земли Перуна старается не оставлять зло ненаказанным. Оставлять зло не наказанным, запятая. Для восстановления справедливости он не щадит даже своей жизни. Для восстановления справедливости он не щадит даже своей жизни. Очень сильно это проявляется, когда Перун находится в чертоге волка. Очень сильно это проявляется, когда Перун находится в чертоге волка. Ну вот сейчас начнется эра волка. Чуть-чуть осталось. Умиротворенность, покровительство. Умиротворенность, покровительство. Умиротворенность, покровительство. Проявляется, если Перун находится в чертоге лося. Это нахождение. Это нахождение проявляется большой отеческой заботой и сыновьей любовью. Thank you.
правда, понимаешь, мы же уже разбирали вопрос, что такое положительное и что такое отрицательное. Это все равно положительное, где это отрицательное. Вот именно. Слишком хорошо. Но здесь же вот скажется, говорится, что, допустим, вплоть до самопожертвования, да, восстановления справедливости, там, искоренить зло и прочее. Ну, это в современном языке называют чрезмерный максимализм вплоть до фанатизма. То есть, а это уже как бы и негатив. Поэтому многие говорят, слишком хорошо тоже нехорошо. Так, дальше у нас. Вот это у вас нарисуется очень-очень легко. Смотрите сюда. Делаете опять землю. Так? И потом? Все видно? То есть здесь уже без всяких комментариев ясно. Дает человеку ветренность. Потом разберем. Запятая. Многословие, иногда доходящее до словоблудия. Словоблудие, это когда человек языком болтает, даже к месту, не к месту, вот просто. Лишь бы говорить, лишь бы быть в центре внимания. Современный. Да. Ну возьми любого политика. Он занимается чем? Словоблудием. Да. Лишь бы говорить, лишь бы показать, вот смотрите. Нет, вот именно словоблудие. Горбачев. Так. Николай Николаевич, не переходим на личности. Если переходить на личности, у вас списка вашего не хватит. Не, ну это девятый. Словоблудие. До словоблудия, пишем дальше, в зависимости от чертога, в котором... Точку поставили, да? Основная задача стрибога истреблять всяческие злодеяния. Не стрибога это задача, а человека рожденного под землю. Троечи. Давай не будем судить о смысле образа по первым двум словам длинной фразы. Основная задача стрибога истреблять всяческие злодеяния и разрушать злобные замыслы. Запятая. Поэтому человек
рожденный под сиянием Стрибока. Поэтому человек рожденный под сиянием Стрибока получает достаточно силы, то есть можете помесить физической силы, хитрости, изворотливый ум, и способность решать свои неразрешимые вопросы. Кроме того, когда Стрибок находится в четных чертогах, он наделяет людей громадной изворотливостью и способностью создавать иллюзии. Это зависит от того, в каком из чертогов находится Стрибок. Стрибок помогает, новое предложение, Стрибок помогает человеку избавиться в своей жизни, от подневольно подчиненного положения, если он в него попадает. Кто из нас? Вопрос-то начал. Правда, не такое. А что значит? Готовы? Четко, четко. Правда, что я говорю, не. Готовы? Четко, четко он относится, да? Что? Что? Ну, помогает. Как раз четко все было. Нет, это... Уже ко всем, да? А? Это уже ко всем относится, да? Да. К четным относится, что он может создавать иллюзии. Иллюзионисты ездят, фокусники, создают иллюзии, дурачат. Некоторые вон, особенно, Сережа, будем говорить, цыгане, которые находятся под сильным влиянием.
Понимаешь? Они что? Они создают иллюзии. Ну, как галлюцинации на его проявление, чтобы с людей деньги выбрать. Ясно, да? Следующее. Земля и Индра. То есть никак латинская С. Мне тут доска не позволяет. Нормально. Я рисовал прям как вы. Таким образом. Я уже за сколько раз говорил, надо строить кузбасс-плаху пожирнее, чтобы на несколько рядов прокрасить. Еще что? А? Не, а тут же вот. Что мне взять его? Фанера. Краска стерлась, я мел. Дает человеку стойкость. Множество. Множество профессий, которые позволяют ему создать благо для себя и своего рода. Могущественные силы, там запятую поставьте, могущественные силы, при помощи которых человек может постоять не только за себя, могущественные силы, при помощи которых человек может постоять не только за себя. Свой род, свою землю, свою веру. Это особенно проявляется, когда Индра находится в чертогах волка, орла, расы, вепря, медведя. Проявляется волк, орла, вепря. Это стойко проявляется. Мужских чертов. Волка, орла, расы, вепря, медведя. Медведя. В чертоге Финиста. Индра дает возможность человеку
возможность человеку выходить с победой из любых запутанных ситуаций. Также у него появляется возможность черпать силы из любых духовных резервов. Урожденных под сиянием Индры появляются успехи в наблюдениях за звездным небом. Это очень хорошо. Это очень хорошо проявляется в системах, связанных с изучением движения, небесных тел. Что это? Астрономия, астрология. В человеке пробуждается любовь к домашним животным. Почему ты же втором? 92-м. Перевод в огне астрономические и там точка. Домашним животным. И к скоту. То есть я подразумеваю любовь к домашним животным. Здесь понятие кошки, собаки, птички. И скот там. Человек, который под сиянием Индры рожден, у него громадные эти отары овцов, овец, овца глупая ходит. Овцов, псов, лошек, мышей, тараканов. Особо любимое животное
четыре животные. Это бык и корова. Интересно, что это значит? Ну, мужская и женская лошадь. Особенно, когда Индра проходит через чертог Тура. Когда Индра находится в чертоге коня, волка, медведя, у них очень ярко проявляется любовь к коням. Очень ярко проявляется любовь к коням. Когда Индра находится в других чертогах, это любовь менее выражена. Сережа сразу же узнает у Светлены, если у нее там влияние, то что есть, я не скажу. Таким, что образом, потому что у него движение, как сейчас уже известно, он почти на боку лежит, и кольцо, то есть движение у него искривленное, вибрационное, когда он идет вокруг. Да. Варуна, его иногда называют греки Уранус, римляне его, по-моему, Уран называли. Или Уран, Хронос, то есть кто как, по-моему, римская Уранус, греческая Хронос. Но мы уже разбирали, что Варуна, он как еще за справедливость следит, то есть как человек выполнил свою жизнь. И если человек, он видит, что он, да, действительно старался, он может ему как бы жизнь продлить. И он посылает его, свою птичку, ворона мудрого. Поэтому у нас летом и праздник, день ворона-воруны. То есть ворон, птичка, ворона. То есть вернуть человека к жизни, чтобы он доделал там, осталось немножко, или нет. Справедливый за ворону. Посудочник и селезенки. А душа человека. Нет, у кого-то в пятках. Поэтому и прыгает, да? Это пластичный пирог. Ворона раскрывает человеку тягу к мистицизму. Мистицизму. Да. Оккультизму, познанию всего необычного
и потустороннего. А? Монтана это полный секрет. Оккультизм без мягкого знака. Вот его мягко. Так, вы сейчас допишитесь, что начнете задавать вопросы. 7 плюс 5 будет 11 или 11? 11. Нет, 12. Ниже цифры 1. И потустороннего. Нередко, когда ворона находится в структурной зоне, эти зоны мы потом будем разбирать на космограмме. В структурной зоне у человека происходит конфликт не только с окружающим миром, но и с самим собой. Не только с окружающим миром, но и с самим собой. А теневые области, то есть влияние, допустим, он проходит структурную зону, а там у нас леля, фата, то есть их вот эти вот, ну как, не физические, а уже тонкие излучения, они как бы настраиваются, понял, да? Ну, само расположение вам, да? Так, ну и самим собой. Это частенько приводит к отшельничеству. То есть когда человек начинает с миром, с собой недоволен. Ой, не буду, да? Ну, можно сказать это. Надо это пораскинуть мозга. Он уходит. Так, отшельничество. Да, к отшельничеству. А если к тому же, в чертоге вместе с вороной находится Вий, Удразиц и Чур, в том же чертоге находится Вий, Удразец и Чур, это может привести к переходу в мир Нави. Это может привести к переходу в мир Нави. На Земле это проявляется в виде детской смертности, ну вот при рождении родился, а там все в виде детской смертности. На какой Земле? А? Ну мы про наши говорим. В большую букву. Или к суициду. Или к суициду. А что такое? Суицид, Катерина, это самоубийство. Это не понял. Или к суициду. Вот допустим. Сами себя гнетут, да? Да это не обязательно даже гнетут. То есть это может проявиться, вот смотри. Сейчас очень много молодежи, они как раз вот были где-то год, полтора вместе в одном чертоге. Сколько было детской смертности?
Но сейчас уже одна из земель на выходе, по-моему. По-моему, Чур на выходе. Чур-то вроде наоборот должен спасать. Нет, Чур это как черта, то есть страж границ. Понимаешь, поэтому он кумир какой-то взял, отравился, и девчонка следом за ним в окошке попрыгала. Или он, детская смертность в больницах. Ну, если Чур уходит, как раз же у нас следы на волка, это же ось земли. Почему ты обязательно на волка? Это в любом чертоге, где они собрались. Вот это вот собирается компания. Варуна, Ви, Удар, Чур. То есть четыре. Стража смерти. Так. Ворона приводит к совершенству. Совершенству человека, когда находится в чертоге ворона. Он раскрывает в человеке духовные и душевные силы. Душевные силы, и они могут проявиться с такой мощью, что человек может стать не только жрецом, но и странником с большой буквы. Только жрецом, но и странником. Почему ты пояснишь, что ты странник подразумевает? Сейчас все поясню. Дай людям выпуск. Чего ты сегодня какой-то это, как зарабышка, а? Я понимаю, что мыслеформу на ходу уже схватываешь. Ему надавился. Иди выпей гранатового сока. Но и странник. То есть, в скобочках. Странниками называли всевозможных духовных наставников, учителей, пророков или, как многие говорят, воплощение богов на земле. То есть и странствуют из мира в мир, с земли на землю. Понятно, да? Что подразумевается по словам странник. Не совсем. То есть получается, что по духовному началу еще начало больше длиться, да? То есть по душевным силам он может быть жрецом. Да. Но и он также может это родиться, что. Семерка. Почему? Почему семерка? Здорово, лет первый. Ага. А рыцарь забыл, да? Да. Записали. Следующий.
пишем. Ней посылая человеку несчетные дары свои. И дает человеку возможность чувствовать себя везде, как рыба в воде. Нет, не как рыба обрёт, а как рыба в воде. Чувствовать себя везде, как рыба в воде. Также наделяет человека способностью достигать совершенства в любой из профессий. Кои направлены на созидание и на благо рода. Человек, рожденный под сиянием Мия, в своей жизни достигает любых результатов, путем созидательного труда. Достигает любых результатов путем созидательного труда. Даже если он захочет сделать какую-то гадость, ему надо потрудиться. Рожденные, новое предложение, Петрович, не забивай меня, я сам собьюсь. Рожденные под покровительством Нея достигают открытий в научной области или в научной деятельности, как кому угодно. Они способны облагораживать искусство. Достигая в нем гармонии и совершенства. Особенно это проявляется при
при прохождении Ния через женские чертоги. При прохождении Ния через женские чертоги. В этих чертогах рождаются такие чувства, как любовь. В этих чертогах рождаются такие чувства, как любовь. Благородство. И хозяйство, взаимопонимание и хозяйство. Сочка. В мужских чертогах проявляется любвеобильность. Если в женских фигур, то любвеобильность. И то еще улыбается, это, наверное, у тебя. Любвеобильность, запятая, способность действовать. Способность действовать для достижения любви. Способность действовать для достижения любви. Невзирая ни на какие преграды, невзирая ни на какие преграды, вплоть до самопожертвования, вплоть до самопожертвования. Все это земля Вия. Земля Вия. И привносит в характер человека осторожность. И привносит в характер человека осторожность, скептицизм. То есть недоверчивость.
Иногда даже страх перед малообъяснимым. Иногда даже страх перед малообъяснимым. Но при этом он наделен способностью допытываться до сути. Или докапываться до сути. Как кто воспринимает. Если винь пребывает в мужских чертогах, если винь пребывает в мужских чертогах, и начинает постигать суть их вещей, то уже ничто не утаится от его взора. Точка. В минуту опасности Вий дает человеку силы в соответствии с чертогом, в котором он находится. В минуту опасности Вий дает человеку силы в соответствии с чертогом, в котором он находится. Для уничтожения врагов как внутренних, так и внешних. Силу Вия всегда использовали для наказания за неправедные деяния. В древние времена считалось, что люди, которым которым благосклонен Вий, способны были убивать взглядом. Поэтому в древние времена таких людей призывали вершить праведный суд.
совершить праведность. То есть как комментарии, пояснения. То есть когда вычисляли, вот это, человек находится под благосклонностью Ви, его приглашали в суд и считалось, что от Ви ничто не скроется, что он видит весь мир даже сквозь закрытые веки. Не зря же говорят, поднимите мне веки. То есть многие считали, у Ви веками глаза закрыты, он не видит. Он видел и сквозь веки, и этим глазом, то есть он видел все. Поэтому если человек совершал неправедное деяние, и вот этот судья, которому Ви покровительствовал, он смотрел на него, тот мог, чувствуя вот этот взгляд, и зная, что он неправ, действительно помирить. То есть и говорили, Ви наказал. А тот, кто не совершал плохого, ему ничего и не было. То есть здесь понятно. И дальше. Если его рунами изображали, то изображали вот так. Знакомая, да? Вон. Закругляйте то же самое. Чертог волка и там как руна Велеса стоит. Он же кто был? Сын небесной коровы Зимун. Поэтому и тут как бы земля и рога. Но там не рога, а там малый ковш. Малая медведица. То есть это как обозначение. Велес давал возможность человеку принимать природу такой, какая она есть, и обживаться на любой местности. И обживаться на любой место. Кроме того, он наделял человека свободолюбием, чувством правоты. И человек, наделенный данными чувствами, выражал резкое неприятие Yes.
отрицательная жизнь. Какая жизнь это? Отрицательная. Ну, то есть, отрицательная жизнь считалась положительной жизнью, когда человек трудится, да? А отрицательная, когда он бездельничает. То есть, когда человек, и кроме того, отрицательная жизнь, думайте выражение, отрицательная, он отрицает законы, труд, волю родителей, веру, то есть все отрицает. Понятно, да? То есть не просто жив, ну или можно математически жить со знаком минус. Велес активизирует в человеке гармоничное отношение к окружающей матери природе. Активизирует в человеке гармоничное отношение к окружающей матери природе. Все это зависит от чертога, в котором находится Велес. Когда Велес находится в чертоге орла, у людей возникают споры, разногласия. Неприязнь к чужому мнению. А если Велес входит в чертог Тура, целью его жизни становится животноводство и скотоводство. Велес наделяет человека. Велес наделяет человека заботой о своем потомстве. Велес наделяет человека заботой о своем потомстве. И заставляет его, вот здесь в кавычках заставляет, заставляет его создавать благо и достаток для своих потомков. Благо и достаток для своих потомков. Невзирая на то, оценят потомки то, что получили, или нет.
или нет. Когда Велес проходит, точку поставили, когда Велес проходит весенние чертоги, когда Велес проходит весенние чертоги, он наделяет земли жизнеродящей силой. Он наделяет земли жизнеродящей силой. И человек может получать природные силы, и человек может получать эти природные силы, трудясь на земле. Трудясь на земле. Огонек такой, симар. Симаргл дает человеку возвышенность, открытость. Неуемную тягу к огню. Неуемную тягу к огню. Веселость, желание превратить свой труд и саму жизнь, желание превратить свой труд и свою жизнь в сплошной праздник. Сияние Симаргла, сияние Симаргла освещает все внутренние чувства человека. И его отношение к противоположному полу определяется по чертогам, в котором он находится. Определяется по чертогам, в котором он находится. Солнечных чертогах. Солнечных чертогах. В скобочках вогненных. Солнечных чертогах. Вогненных.
влияние огня на чувства. Влияние огня на чувства максимально. И человек в своих деяниях доходит до жертвенности. То есть он как бы живет не для себя, а для того человека, которому у него вот эти вот чувства. Родители должны обращать внимание на детей, которые рождены под покровительством Тимарва. Родители должны обращать внимание на детей, которые рождены под покровительством Тимарва. Ибо тяга к огню у этих детей неконтролируемая. То есть намек понятен, да, родители, конечно? Можете остаться без жизни. Спички, газ, костры, пиротехнические эффекты. Это все. Это к огню, да? Пожарники. Неконтролируемая тяга. Один дает человеку мощь созидания. Это духовное прозрение. Тягу к познанию древней мудрости. Соединяясь с чертогом лисы, Один приносит в жизнь человека хитрость. Стремление. К мене и торгу. Ну, мена, обмен. К мене. Ну, раньше называли. Меняемся. Менял. То есть к мене и торгу. Мене.
Евгений Дергов. Доходящую до обмана. Находясь в чертоге Шлюпки, в чертоге Щуки, он дает человеку тягу к исследованию. Вот это путешествие. Точка. Соединяясь с чертогом ворона, наделяя человека чувством зависти и накопления. А если в этом чертоге еще будет присутствовать Арий, то это распорядок. Приводит, а? Да я там в очке оставил. То это приводит к агрессивности, доходящей до самопожертвования. А также приводит к разжиганию войны, вплоть до военных действий. То есть я сейчас сразу же прокомментирую. Разжигание войны вплоть до военных действий. То есть раньше было понятие война, когда, допустим, не торговали. Это тоже, да. То есть как холодная война и военные действия, это как горячая война. То есть война, вот не разговаривают воды между собой. Все, между ними война. То есть не в нашем понимании, что вот они друг друга убивают. Нет, просто они не общаются. Вот это считалось война. Военных действий. Через все чертоги, ордена Один проносит смелость, гордость, независимость, самостоятельность. Через все чертоги Один проносит смелость, гордость, независимость, самостоятельность.
изучайте санскрит. Там такая буква есть. Есть такая буква в нашем скрытном алфавите. И как она читается? Это земля Лады, Александр. Лада, матушка. А в санскрите как читается? Вот когда мы будем санскрит проходить, вот тогда и спросишь. А у нас сейчас звезды и земли. Сергей, я потушился. Мы его не проходить будем. Мы его будем разбирать и познавать. Да. А то, если сказать, проходим следующий урок, да? Будете проходить мимо, проходите. Лада приносит жизнь человека, домашний уют. Лада приносит жизнь человека, домашний уют. Дружелюбие. Взаимопочитание. Любовь. Большой буквы. Это продолжение рода. Это очень ярко выражено, когда она находится в чертоге лося. В других женских чертогах но слона сахата, это же ее родной чертог. В других женских чертогах она проявляет следующие виды характера. В других женских чертогах она проявляет следующие виды характера. В чертоге девы умение создавать. Ну да, как образная фраза. Что не пишешь? А здесь Александр, умеет создавать. Рай умеет создавать, кавычки открываются, рай в шалаше. То есть это образно. Умение создавать рай в шалаше. То есть создать из минимума максимум. Да. Это чуждый образ. Почему? Рай в шалаше. Нет. Это... Так, Саш, ты взял в кавычки, это образное выражение. То есть создать максимальный уют. Вообще как раз похоже. Присуще современному фонетическому русскому языку. Да. Даже будем говорить с коммунальной комнатки. Это может сделать, что там лучше будет, чем в 10-комнатной квартире. Уютнее, чем. Про это на телевидении. В чертоге щуки она дает многодетность. Многодетность, взаимовыручку. В чертоге лебедя
целеустремленное. Что ж такие лебеди? Целеустремленное. Следование. Целеустремленное. Следование. Древним родовым устоям. В мужских чертогах. Она дает. В мужских чертогах она дает двоеточие. Лад. Семейный уклад. Взаимоуважение и взаимопочитание. Удрозец. Удрозец. Дает человеку стойкость, выносливость. Способность не поступать со своими принципами. Способность не поступать со своими принципами. Особенно, если они справедливы. Особенно, если они справедливы. Но при этом Удрозец жестоко наказывает. Удрозец жестоко наказывает за отход от древних традиций и родовых устоев. Данные свойства характера очень мощны при прохождении мужских чертогов. Кроме того, Удрозец усиливает свойства каждого зала
свойства каждого зала в любом из чертогов, когда он там находится. Когда он там находится. Так, вот основные мы записали, то есть на которых мы будем как бы тренироваться, вычислять. А когда мы на них научимся тренироваться, тогда мы уже запишем все остальные земли, которые у нас в системе Ерил и Солнца. Понятно? Вопросы есть? Если нет, на этом урок закончен.